Первый президент Казахстана встретился с председателем Мажилиса парламента Нурланом Нигматуллиным. В ходе встречи Нурсултану Назарбаеву была представлена информация об исполнении фракцией партии Нур Отан поручений и данных на совещании осенью прошлого года. Елбасы подчеркнул важность продолжения работы по своевременному реагированию депутатов партии на запросы населения. Кроме того, Нурсултан Назарбаев указал на необходимость обеспечения слаженной работы исполнительной и законодательной ветвей власти для достижения экономического роста и повышения благосостояния людей. Во время встречи Нурлан Нигматуллин проинформировал Елбасы об итогах региональных поездок депутатов Мажилиса и рассказал о текущей законотворческой работе Нижней палаты парламента.